Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Новым годом! Однажды палеонтолога Маргарет Мид спросили, что является первым признаком цивилизации в древней культуре. Неожиданно для всех Маргарет Мид ответила, что первым признаком цивилизации в древней культуре является бедренная кость, которая сначала была сломана, а затем исцелена. Она объяснила, что в древнем мире было выжить невозможно человеку со сломанной бедренной костью. Человек не мог обеспечить себе безопасное место, не мог дойти до реки, найти себе пищу. И это означало, что кто-то находился рядом достаточно долго и при этом ухаживал, обеспечивал безопасность, поил и кормил. В трудные времена кто-то оказал человеку помощь бескорыстно. Желаю вам в новом году, чтобы мы все помогали друг другу, проявляли милосердие и дарили свою заботу. Я желаю вам здоровья, желаю удачи, желаю, чтобы ваша мотивация к учебе росла, а настроение всегда было прекрасным. С Новым годом!